Всем привет! Посмотрите, какая я блестящая. Это потому, что у нас сегодня была жара 37 градусов. И у нас до сих пор жара, то есть на улице нет ветра абсолютно. Вот, я хочу, короче, быстренько записать, почему. Смотрите, мне какую Инель купил подушку, сейчас вам покажу. Клевая. Вот, я хочу, короче, быстренько записать видео, потому что я сейчас гружу видео, которое должно выйти с субтитрами. Вот. Но я хочу субтитры добавить именно, когда оно загрузится, чтобы прямо на YouTube добавить субтитры. Я очень надеюсь, что оно загрузится именно до утра, вот, когда оно обычно выходит. Извиняюсь. Я водички попила. Вы бы знали, что сейчас Инель делает. Say hi, honey. Oh. А? So say hi. Hello. Привет. Как дела? Поняли? Вот. Инель там в ванной опять крушит пол. Вот. Поэтому я, наверное, завтра попытаюсь проснуться пораньше, чтобы добавить субтитры к этому видео, которое сейчас грузится. Вот, потому что оно грузится. Оно, кстати, примерно, по-моему, 63% уже. Вот, оно 67%, поэтому я надеюсь, что... Ну, хотя уже почти 12 часов ночи, мы, наверное, часика через полтора пойдем спать, потому что, так как Инель там в ванной сейчас что-то крушит, рушит и ломает, а у нас нет пола. И, получается, нет пола и нет унитаза. Вот. Особенно мне это не прикольно, потому что мне нужно в туалет каждый там буквально сколько-то времени. Вот. Поэтому я сейчас работаю над этим, то есть мы пока спать не можем ложиться. Поэтому я надеюсь, что загрузится видео, хотя это навряд ли. И поэтому, если оно не загрузится, просто там очень прикольное видео, но его нужно именно понимать, то, что Инель говорит, потому что... поэтому я хочу добавить субтитры. И, кстати, почти каждое видео я делаю такую функцию, чтобы вы могли добавлять субтитры. Там как-то так должно это работать, я не знаю, как это точно делается. Но там такие появляются две буковки S. Это значит, можно добавить субтитры. И также, когда вы смотрите, если вы видите эти две буковки S внизу, в уголке, по-моему, в нижнем правом углу, должны такие буковки, две буквы S появиться, и на них нажимаешь, и должны включиться субтитры. Но включайте субтитры не автоматически, а которые добавлены. Вот, поэтому я, если сегодня, ну, перед тем, как я лягу спать, не загрузится видео, то я проснусь просто пораньше и добавлю субтитры к этому видео, которое сейчас выходит. Потому что его нужно смотреть с субтитрами обязательно. Там Инель рассказывает очень интересную историю. Так вот. А мы вот так вот весь день сегодня. Приехала у меня сестра с мужем, с детьми. И мы весь день с ними провели. Потом приехали, Инель начал работать. Потом вспомнил, что ему нужно докупить какие-то детали там для того, чтобы установить новую канализацию и, короче, туалет. Мы поехали в магазин. Вот сейчас только приехали недавно. Он опять работает. Так что да. И, кстати, кто писал ему комментарии, вот, помните, по которым видео, да, когда я его спросила написать ему что-нибудь, он всем вчера ответил, сел, поэтому под то видео заходите, там написано, там такие два стаканчика нарисовано, написано радуга. Вот, под то видео заходите, там Инель всем-всем-всем ответил на комментарии. Вот, это я просто хотела быстренько записать, чтобы объяснить, что, может, завтра видео попозже выйдет. Потому что мне нужно добавить туда субтитры обязательно. Вот, вроде все. А так, да, у нас сегодня... 22-е, что ли? Вот. Такие делишки. Очень жарко. Лето наконец-то пришло и к нам. Мы в то же время наслаждаемся теплотой, именно теплом. И в то же время это немножко тяжело. Потому что... Она разморяет. То есть, так, знаете, расслабляет, ничего не хочется делать. А делать нужно, а потом станет холодно, будет тяжелее это все делать.
но хотя бы не будет жарко. То есть это такая палка о двух концах. Такие делишки. Ладно, 5 минут пойдет, хватит, хватит базарить. Пойду еще посмотрю, что делает Энель. Я это все записываю на камеру, поэтому все супер. Вот. И у меня уже рука устала. Вот так вот под вентилятором весь день сидим. Вон он, вон он. 68%. Мне кажется, не успеет загрузить сегодня ночью, поэтому придется мне вставать рано-рано утром и делать субтитры к видео. Завтра к нам приедут сестра с мужем. Они будут тоже помогать в детской именно делать там краску стены. Так что это очень даже плюс. Они приехали на 2 недели, поэтому надеюсь, что получится хотя бы какая-то помощь Энелю. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Вот, так что обязательно не забывайте, что будут субтитры видео завтра. Я обязательно постараюсь проснуться и все это дело сделать прям с самого утра. Ладно, я пойду дальше грузить, хотя я ничего не делаю. И спрошу, может, Энелю что-нибудь нужно помочь. Ладненько, все, всем хорошего дня. Сегодня у вас воскресенье, поэтому всем хорошего воскресенья. Всем пока!